Не стала легендой кинематографа. Из жизни ушла Кира Муратова. Ей было 83. Выдающийся режиссер и сценарист жила и работала в Одессе. Всемирную известность Муратовой принесли ее первые фильмы «Короткие встречи» и «Долгие проводы». А картина «Астенический синдром» в 90-м получила гран-при Берлинского кинофестиваля. Эти ленты стали классикой авторского кино. А последняя работа «Вечное возвращение» увидела свет в 2012 году. Коллеги и друзья говорят, вместе с Кирой Муратовой ушла целая эпоха.